Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня 19 марта. Владимир Спивич, КПРФ Пермского краевого комитета, член, просто рядовой член КПРФ Пермской организации Бессонов Алексей Борисович. Вы знаете, я случайно узнал о той ситуации, которая сложилась в Коми округе, о том, что жители Коми округа огромные претензии выдвигают в адрес руководства Пермской организации КПРФ за ликвидацию Коми округа. Я тоже считаю, что это ошибочно, и, так сказать, организация коммунистов Коми округа должна быть восстановлена немедленно, тем более, что это ли хотят люди. Я слышал выступление секретаря, милой женщины Искачева, которая говорит, что считают, что Коми, пермяки дураки. Ничего подобного. Я вам хочу сказать, я служил на границе срочной. Так вот, чтобы вы знали, во все боевые подразделения, которые решали задачи, связанные с принятием решений, боевыми, с собственной ответственностью, всегда набирали ребят с Коми округа и набирали ребят с Ухты, с Удмуртии. Они очень исполнительные, очень умные, хорошие солдаты. Поэтому в Коми округе очень много, кстати, ребят, кто служил в Афганистане. Потому что как раз их и набирали туда, потому что они действительно обладали смекалкой, мужеством, силой, отвагой и так далее. Поэтому, конечно, это недоразумение. Я думаю, что организация Коми коммунистов будет восстановлена, коль люди это хотят. И совершенно, я считаю, что это не проблема. Проблема совершенно надуманная. Не знаю, зачем ее ликвидировали. Тем более, что люди возмущаются, не хотят этого. Восстановим. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.